В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Более 30 лет красивые улыбки нашим жителям дарят врачи-кудесники из Видновской стоматологической поликлиники. Мы обслуживаем всех, отказов нет. Поздравляем с победой. Видновчанка Арина Тупкала стала призером Всероссийской олимпиады школьников. В творческом туре было задание у нас сделать проект сайта, который посвящен теме космоса в искусстве. Во Дворце культуры прошел областной семинар литературных объединений Подмосковья. Это обмен опытом, это вот встреча друзей, это встреча единомышленников. В преддверии профессионального праздника медицинских работников наша съемочная группа побывала в Видновской стоматологической поликлинике. О работе медучреждения и врачах, которые заботятся о здоровье наших зубов и дарят красивую улыбку, в сюжете Натальи Буслаевой. Видновская стоматологическая поликлиника переехала в здание, расположенное на улице Школьная в 1994 году. Здесь оказывают помощь не только жителям Ленинского городского округа, но и всем, обратившимся в медучреждение. Руководителем является главный врач Курятников Геннадий Семенович. С 1 октября 2011 года по настоящее время. Плановый прием ведется врачами, нагрузка в среднем 125 мощность поликлиники. Но, конечно, такое маленькое здание, мы обслуживаем всех, отказов нет. Елена Сидорова, заместитель главного врача по медицинской части, пришла работать в поликлинику сразу после окончания института и уже более 30 лет оказывает стоматологическую и хирургическую помощь видновчанам. Светлана Тальнова – ее постоянная пациентка. Недавно у меня такая проблема была с зубами. Образовался на нижней челюсти нарыв. Я даже не заметила, как мне Сидорова Елена Алексеевна разрезала, даже без обезболивания. Я так вот в нее верю и доверяю ей, что я даже не почувствовала. В поликлинике можно получить терапевтические, хирургические, ортодонтические и многие другие услуги в сфере стоматологии. Пациентов обслуживают по полису обязательного медицинского страхования, а также на платной основе. В работе врачи используют современное медицинское оборудование и стоматологические материалы последнего поколения. Для лечения зубов, для контроля качественного лечения зубов мы используем контроль рентгеновских снимочков, радиовизиограф. Это очень удобно. И врач у нас не делается снимки, а делается сразу с разводкой снимочков на компьютер к врачу. Во взрослой стоматологии трудятся более 50 специалистов. У каждого врача свой собственный стиль работы и круг постоянных пациентов, стремящихся взять талон непременно к своему доктору. Любовь Трубчининова уже 15 лет борется за здоровье зубов своих пациентов. Очень часто боятся. Ничего, я говорю, не бойтесь, убивать я вас здесь не буду. Все сделаем как можно лучше. Поэтому, ну, успокаиваются. Детское стоматологическое отделение находится на базе Видновской районной клинической больницы. Для обслуживания маленьких пациентов здесь выделено 3 кабинета, где принимают хирург, терапевт и ортодонт. Стоматолог Анастасия Полюс рассказывает, что самое главное в ее работе – найти правильный подход к каждому ребенку. Обязательно с детьми надо разговаривать, им объяснять, потому что они боятся. Самое важное – это первое посещение, когда они приходят, их надо к себе расположить. Вот. Ну и плюс, соответственно, очень важно донести до родителей, особенно когда дети еще маленькие, что зубы надо чистить обязательно, даже молочные, лечить тоже надо молочные. Стоит отметить, что все врачи Видновской стоматологической поликлиники имеют высшие первые квалификационные категории и каждые 5 лет проходят обучение. Совсем недавно в медучреждение пришли работать около 20 молодых специалистов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Всероссийская олимпиада школьников в этом году принесла победу и Ленинскому округу. Впервые призером по дисциплине «Мировая художественная культура» стала наша землячка, ученица 11 класса Видновской гимназии Арина Тупкала. О молодом даровании в сюжете Екатерины Борисовой. Она легко совмещает отличную учебу в школе, участие в олимпиадах и ежедневные тренировки и выступления в составе танцевального клуба «Звездный вальс». Вот и этой весной ученица 11 класса Видновской гимназии Алина Тупкала приняла участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников и стала призером по дисциплине «Мировая художественная культура». В истории гимназии искусства впервые вышла в призеры.
в истории Ленинского района это впервые, когда искусство на самом деле. Поэтому такое призерство, ну, это колоссальная победа все-таки. Нет такого, что ты сидишь и готовишься, там учишь, зубришь. Ну, для меня вообще такого нет. Я так не могу, в принципе, учиться. Для меня это неинтересно, скучно. Да я всегда готовлюсь. Там всегда что-то читаю, всегда что-то смотрю. Но у меня нет такого определенного. Я прям села и готовлюсь. Я всегда там иду по улице в наушниках подкасты, слушаю какие-то образовательные. Там сижу, лекцию смотрю. Ну, это потому что мне это интересно. Арина прошла все 4 уровня Олимпиады. Школьные, муниципальный, региональный и заключительный всероссийский. Последний в этом году состоялся в Казани. Там 2 тура, теоретический и творческий. В теоретическом туре там было, ну что ли, 8 вопросов, но они все были развернуты, и в них было очень много подпунктов. В творческом туре было задание у нас сделать проект сайта, который посвящен теме космоса в искусстве. В итоге из 100 лучших 11-классников со всей России были выбраны 8 ребят, в число которых вошла и наша героиня. Из-за пандемии награждения каждый регион провел у себя отдельно. Победителям из Московской области вручали дипломы в гимназии имени Примакова. Арина уверяет, победа – не только ее личная заслуга. Большую роль сыграла и преподаватель девушки Ирина Вехтева. Моя задача, я думаю, любого учителя, просто заложить этот вирус искусства. Мы даже придумали такой хэштег, с хэштегами вернее, искусство – вирус. Искусство невозможно изучить только в классе, и у нас колоссальная программа по этому поводу. Всероссийская олимпиада ежегодно проводится по 24 предметам школьной программы. Всем победителям и призерам дается шанс по своему направлению поступить в институт без экзаменов. Арина выбрала факультет истории искусств в Высшей школе экономики. Потом она мечтает закончить Европейский университет и заняться просветительской деятельностью. И зная ее упорство и способности, можно не сомневаться, у нее обязательно все получится. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во Дворце культуры прошел областной семинар литературных объединений Подмосковья. Подробности узнаем у Дмитрия Книги. Юбилейный семинар литературных объединений Подмосковья состоялся в Видном. Именно на нашей земле, в Горках Ленинских, прошло первое мероприятие 20 лет назад. Слеты эти, как правило, сопровождаются мощными семинарами. И сегодня это тоже предстоит. Будут несколько секций работать, семинаров. То есть это обмен опытом, это вот встреча друзей, это встреча единомышленников. Для литераторов очень важно общение друг с другом, чтобы черпать новые идеи для творчества. Среди почетных гостей семинара – генеральный директор Союза писателей России. Талант – это повод для ремесла. Если талант, ты с ним родился, ты не можешь ни прибавить, ни убавить, то твоя мастеровитость зависит от тебя, от твоей неленивости, от своей способности учиться, потому что самообразование – это то, что сопровождает нашу профессию обязательно до самого конца. Одним из главных событий стало учреждение Московского областного отделения Совета молодых литераторов для поддержки начинающих авторов. А уже опытные творцы получили свои награды за победы в литературных конкурсах. В этом году вышла моя книга «Я всегда улыбаюсь солнцу». И вот эта книга, она стала вот победителем небольшим вот на этом конкурсе. Участников мероприятия ждало много увлекательных событий. Конечно, главное – это чтение авторами своих произведений. Мне бы хотелось самому почитать стихи о весне и о начале лета. Вот. Я уже сделал подборку нескольких стихотворений. Я их новые и старые, которые имеются у меня в моей книге. Моя книга «Река облака». Кроме того, историко-культурный центр подготовил для поэтов и писателей экскурсионную программу по интересным местам муниципалитета. Со всеми желающими наши сотрудники проедут в Екатерининский монастырь, где участников семинара ждет очень интересная экскурсия по монастырю, рассказ об истории, трагической истории монастыря. Всего в семинаре приняли участие литературные студии и объединения из 13 муниципалитетов. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Даниил Воскобойников на финале литературного конкурса «Зубовские чтения» стал победителем специальной премии телеканала «Видное ТВ» и получил возможность стать героем нашего следующего сюжета. В свои 15 лет молодой человек увлекается музыкой, театром, литературой, иностранными языками. Но в плотном графике он нашел время и встретился с нашим корреспондентом Юлией Погосян.
Будучи еще 6-летним ребенком, Данил Воскобойников понял, что душа его лежит к творчеству. Тогда мальчик не понимал, чем именно хочет заниматься, поэтому вместе с родителями решил довериться профессионалам. Даниил стал посещать районный дом культуры. Сначала были вокальные курсы, затем детская студия при Народном театре «Тевит». Там молодой человек и нашел свое призвание. Познакомился со своим педагогом по театральному, который меня ставил на концерты, я читал стихотворения на разные праздники, вел эти праздники. Мое самое запоминающееся, по моему мнению, это концерт на 9 мая. Мы еще вели на 8 марта, и вот это, я считаю, самое-самое лучшее выступление. На одной сцене выступали разные московские даже знаменитости. Я даже сфотографировался с Дмитрием Маликовым, тоже к нам в город приезжал, мне очень это выступление понравилось. Сегодня Даниил пробует себя в разных творческих жанрах. Привычку держаться на сцене и выступать перед публикой оттачивает во время участия во всевозможных литературных конкурсах. Один из последних – фестиваль «Зубовские чтения», где молодой человек взял первое место в своей возрастной категории. После пандемии, вот это было первое выступление в «Зубовских чтениях», я очень сильно волновался и пытался на максимум выложиться. Читал стихотворение «Букет мимозы». Это наша видновская писательница, поэтесса. Очень стихотворение такое, ну, трогательное. Мне, ну, много учителей в школе хвалили. В Доме культуры я там занимаюсь, мне тоже сказали, то, что я большой молодец, мне очень, ну, радостно. Не творчеством единым. Как и у любого подростка, у Даниила есть свои молодежные пристрастия. Изучает английский язык, мечтает поехать на стажировку за рубеж, любит смотреть развлекательные шоу и интернет-каналы популярных блогеров. Интересуется жизнью и творчеством знаменитых людей мира кино. Я беру, значит, ноутбук, пишу какую-то звезду, в Википедии читаю, смотрю и думаю, вот получится у меня так или не получится. Это меня вдохновляет очень сильно. Сейчас нашему герою 15 лет. Совсем скоро перед ним встанет вопрос выбора вуза. Даниил мечтает снимать полнометражные фильмы. Хочет, чтобы его картины были популярны во всем мире. Поэтому очень рассчитывает поступить во ВГИК на кинорежиссуру. Говорит, осталось только победить в себе лень, и все обязательно получится. Тем более, что за спиной подростка серьезный тыл. Его родители, которые во всем поддерживают сына. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И вновь в эфире очередной выпуск проекта «Стихи живут повсюду», организованный сотрудниками историко-культурного центра. В ходе него произведения русских классиков читают представители различных трудовых коллективов, на первый взгляд, далеких от поэзии. Но не в этот раз. В Международный день друзей стихи оживляли сотрудники Центральной районной библиотеки. Проект «Стихи живут повсюду» не устает доказывать, что творческие люди найдутся в любом коллективе, и их немало. Что же говорить о библиотечных работниках? Времена, когда в библиотеке полагалось вести себя тихо, давно в прошлом. Теперь это настоящий культурный центр, где проводятся лекции и мастер-классы, творческие встречи и концертные выступления. И сейчас здесь прозвучало стихотворение Рейдьярда Киплинга «Тысячный». «Только один из тысячи, — говорит Соломон, — станет тебе ближе брата и дома. Стоит искать его до скончания времен, чтобы он не достался другому. 999 других увидят в тебе то, что видит весь свет. А тысячный не откажет в объятиях своих, даже когда целый мир говорит тебе нет. Он с тобой, если прав ты, и если не прав, надо или не надо, встанет на защиту у всех на глазах, только чтоб ты не падал. 999 бросят тебя, не стерпев насмешек и злости, а тысячный, бесконечно любя, будет рядом у эшафота и после. Логично, что ближе всего к поэтической теме сотрудники библиотеки, но сюда создатель и вдохновитель проекта Наталья Замарина пришла только после того, как свет увидели 24 сюжета проекта. Я думала о коллегах и думала, ну когда же нам их позвать? И, ну, в жизни все складывается каким-то образом интересным, что именно в День друзей, Международный день друзей, который празднуется сегодня, мы записываем 25-й сюжет с сотрудниками нашей библиотеки. В следующий раз мы встретимся с участниками проекта «Стихи живут повсюду» в следующем месяце. И кто это будет, организаторы пока не раскрывают. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!